Смотрите, какой броневик. Сейчас мы на нем с вами поедем. Так, заходим. Заходим. И поехали. Ой, тут темно как. Все, едем на войну. Первую мировую на машине времени. Такой вот броневичок. Там солдаты. Все, приехали. Будем выходить. Это холодильник 30-х годов. О, это фен. Фен тоже 30-х годов. Не, ну вот это еще как-то похоже на фен. А вот это уж как-то, что-то уж прям совсем. Может, не фен? Это, наверное, не фен. А, это знаете что? Это волосы завивать аппарат. Ничего себе. Электрический аппарат для завивки волос. Вот это да. Тут вывески старые. Это холодильник, да. А вон вывеска заказ обуви и ремонт обуви. А вот это что, угадай? Вот это. Это? Да, не читая. Не, не читая. Как думаешь? Это детектор лжи, наверное. Детектор лжи? Нет. Второй вариант. Ну, это похоже на фен, да? Ну, это что-то, это парикмахер, это что-то парикмахерское. Да. А вот это что? Это не для машин проверять? Нет, все равно не догадаешь. Это закручивать, завивку делать для волос. Электроплита. Так, это что? А, это тоже плойка, щипцы для завивки волос. Это бритва электрическая Siemens 30-х годов выпуска. Это слуховой аппарат. Вот это вот наушники такие. Утюг. Понятно, что утюг. Какие-то изоляторы. Это что-то электрическое для электричества. Счетчики у нас, по-моему, такие были даже у бабушки. А это заказ. Можно было заказать газеты. Прием этого самого заказов на прессу. Семейная газета, гимнастика. Интересный журнал написано. Народный лист. Журнал или газета «Понедельник». О, какой пылесос. Пылесос Электролюкс 30-х годов.
Насадочки разные есть. Как советские были ракеты такие. Ракеты, да, вот. У нас, по-моему, тоже была такая ракета. Так, это что? Ой, это мельница кофейная. Это бритва. А вот ты знаешь, что это черное? Черный — это слуховой аппарат. Я прочитал. Кофейная мельница. Ну, это кофейник. Баночка для хранения кофе. Интересно такие вещи смотреть. Мне так нравится. Велосипед. Велосипеды не изменились. Конструкция внешняя, да, а так-то... Ну, в смысле, по дизайну. По дизайну-то. О, радио. Это радио, да, или телевизор? Что это? Радио. Это радио. А можно слушать, наверное, смотри. Включать куда-то надо. Говорят, да? Говорят, да. Ну-ка. А, это утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. А, тут надо переключать можно. Ну, нажми куда-нибудь. А это что? Сейчас. Прям всю зарядку делаю. Ну, не нажималось никуда, не знаю. Да. Там, наверное, только одно. Зарядка и все. Это хутор. Макет хутора. А, нет, это не хутор. Это военное какое-то. Сейчас я прочитаю. Минуточку. Нет, все правильно. Это макет хутора 1948 года. Переключается, да? Ага. Саквояж. Скрипка в футляре. Там воротник на форму немецкую. Личные карточки. А это еврейский квартал, Большая Иохимстальская улица. Я не знаю, как у евреев, а у эстонцев, вот гимназисты ходили, школьники в таких вот похожих шапках. Тора. Ого, как выглядит. Кто читает на иврите, читайте.